Всем привет! Сегодня у нас блюдо курица, фаршированная печенью. Итак, поехали! Берем печень и отправляем вариться. Ну, пока не сварится. Добавляем водички, соль и ставим на огонь. Затем берем целую курицу и разделываем ее. Отделяем шкуру от тушки. Итак, поехали! Вот у нас получилась грудка с мясом, курица, а вот кожа, которую мы будем фаршировать. Так, после чего отделяем кости от мяса. Берем одну филешку, нарезаем ее на кубики, брусочки, как получается. Пока мы разбирались с курицей и нарезали филешку, наша печень уже отварилась, слили воду и оставляем, чтобы она остыла, печень. Затем через мясорубку пропускаем оставшееся мясо. Печень наша немножко подостыла, пока мы всем этим занимались. Нарезаем ее вот так, кусочками, без разницы какими. После чего печень отправляем к нашей филешке. И сюда же отправляем фарш. Сыпем приправку для курицы. Добавляем соль. И пакетик желатина. Можно добавить еще чуть-чуть перчика. И все это дело тщательно перемешиваем. После чего берем опять же нашу кожу и наполняем ее фаршем. Так, берем зубочистку и немножко закалываем, чтобы фарш наш не вылазил. Затем берем противень и отправляем нашу курицу в духовку при 160 градусов. Время я уже потом скажу.
Итак, что у нас по времени получилось? Час при 160 градусов и примерно полчаса при 180 градусов. Запекли, оставили, чтоб остыло. И вот такая нарезочка, холодное блюдо у нас получилось. Всем любителям печени рекомендую. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Пока!